привет из Северного Крыма. Сегодня 3 июля 2020 года, и вот уже у нас сегодня сороковничек ровно в тени. Как я и говорил, что так и будет утром. Потому что если с утра было 35 градусов, то понятно, что уже сороковничек. Скоро ожидаем 43-45. Вот так вот и живем. В степи обед. Пылюка он все в пыли, блин. Машину помыл, выдраил ее с полирольками, с восками, толку, блин. Фу, виноград тут спасает только. Снимаю на свой смартфон, жена уехала в город. Мы сегодня на днюху идем, ну едем точнее. Гости, там, этот маникюр, педикюр, ресницы там. В общем, бабские эти дела. Видите, что происходит? Начинает вываливаться. Ну, в принципе, лед есть. Лед идет. То есть взяток-то есть, получается. Ну, жара, да, вываливается ульевая пчела. Но взяток идет. Ну, все медовики, понятно, что повываливались. Даже эти он малюха выкучивается. Сосед там работает мотокосой. Ну вот. Ух ты, пчела врезалась. Констатируем факты, короче, сороковочка уже есть. Ожидается 45, в этом году синоптики говорят, будет сентябрь тоже адски жаркий, так что нам еще походу 3 месяца ада. Все уже горит в дрободан, дождей нету, одни тучи кругалями. По Крыму поливает, в Северном Крыму хрен допросишься теперь, до сентября навряд ли хотя бы один будет, если это будет дождь хотя бы один теперь. Это начался сезон засухи у нас. Это июль-август, сезон засухи. Обычно дожди потом только в сентябре идут. Ну, если будет дождь, я говорю, это будет чудо. Просто будет чудо, неимоверное что-то. Ладно, вот в таком аду работаем и пчел водим. В таком вот состоянии. Вот так отходим. На ваши рамки. Всем потов сошло. Всем пока.